Взрыв баллона и дым в самолете. Такова легенда о прошедших в Алданском районе пожарных учений. Личный состав должен был максимально быстро и без потерь справиться с задачей. Удалось ли, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. На взлетной полосе чрезвычайное происшествие. Рейс самолета отменен. При запуске одного из двигателей произошло замыкание электропроводки. В задымленном салоне есть пострадавший. Прибывшие спустя 3 минуты в аэропорт сотрудники МЧС прежде всего эвакуировали пассажиров. При проведении спасательной операции в самолете взорвался кислородный баллон. 3 спасателей остались без возможности выхода. Операция продолжилась. К счастью, для жизни как пассажиров, так и спасателей угрозы нет. Чрезвычайная ситуация. Ситуация, грозящая катастрофой, и сложная спасательная операция были предусмотрены легендой пожарно-тактических учений. Мы постарались задействовать максимальное количество сил и средств на территории района дислоцированных. Это и спасатели привлекали, и службу авиационной безопасности, и подразделения Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Заблокированные, по легенде, в салоне в результате взрыва баллона спасатели были эвакуированы. Прибывшие на место происшествия медработники оказали им неотложную помощь. Вскоре пожар был полностью ликвидирован. Спасательная операция заняла 40 минут. В ней было задействовано 25 человек. Сразу по завершении учений был произведен анализ действий личного состава. В целом, прошедшие пожарно-тактические учения были оценены положительно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, МВК САХА, Алдан.